матч мне смотрелось очень даже неплохо. Каковы ее турнирные перспективы в целом? Ну, вы знаете, у нас задача побеждать каждый матч, как у любой нормальной команды. А турнирные перспективы, как сложится, посмотрим. Это же спорт, не загадаешь. Сначала было тяжело, потому что жара, погода такая. И было тяжело влиться в игру первые 10-15 минут. Потом мы привыкли, ну и начали мяч немного держать под контролем. А были ошибки. Нам тренер сказал в перерыве, мы пытались исправиться. 5-0 более чем убедительная победа. Соперник сегодня, показалось, выглядел не очень адекватно нашей команде. Ну, соперник не очень сильного класса, да, но у него были свои моменты, он мог реализовывать и забивать голы. Как думаешь, нашей команде по силам в этом турнире занять первое место? Да,